На внеочередном заседании 15 июля Дума города Владивостока утвердила корректировку бюджета Владивостокского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Заседание проходило в дистанционном режиме. Приходят с края деньги, и нужно как можно быстрее пустить их в оборот. Всего бюджет увеличивается на 1 060 000 000, край добавляет 998 миллионов. Эти средства направлены на содержание дорог, благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, строительство автопарковок, также на строительство школы в жилом микрорайоне Патрокол и детского сада в микрорайоне Снеговая Падь. В том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, увеличены расходы на уличное освещение, ремонт зданий учебных учреждений, проведение спортивных мероприятий. Алина Черненко, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.